Ну и по ходу экспериментальная история с командами посильнее против командами послабее у нас продолжается. Команда Скар сейчас будет показывать сопротивление против команды Кэтс. И за Легион играет команда Скар, Вампирик, Вампирчик, две штуки, Десхаммер, Луми и Бозле. Сейчас команды очень удивятся, когда они увидят анонс того, что мы смотрим их игру. Против них команда Кэтс, очень известненькая команда для многих из вас. Рум 49, Реоборот, Шиластас, ФФ и Скорпион. В эту игру мы врывались, так сказать, без известных. Команда не знает, что я их стримлю. И сейчас они будут слегка этому удивлены. Чем интересна эта игра? Тем, что коты знают о своей победе и, скорее всего, будут экспериментировать, что и подсказывает нам их пик. Блиц, Артиллерия, Ралли, Трэмбл и Уорбист. Вот такая вот история. С другой стороны, адекватный достаточно пик. Мараксус, Пестилинс, Емеральд, Варден и Нимфора и Легионер. Нимфора с Мараксусом, они с Эмеральд Варденом, Пестилинс, Соло, Изилайн с Легионером и Мидлайн, Эмеральд... Ой, да, Эмеральд Варден на Мидлайне против Артиллерии. Вверху достаточно должно быть нелегко ФФу, но на Трэмбле, я думаю, он вполне уютно себя будет чувствовать в своей... в своем террормаунде. Давеча сыграл я первый раз в жизни Артиллерии, так уж получилось, что это была игра... сразу против QSQ новый, еще и один на один. Но хочу вам сказать, что Bloodlust я с него на артиллерии взял. Хотя это было очень странно. Видать, и для него так же, как для меня. Что это чар делает, я, конечно, теоретически знаю. Но как и на какую ренджу, и зачем этот нужен третий скилл, который он все время доюзает по 10 маны, я, честно говоря, не знаю. Но, видать, он чуть-чуть дэмэджа поддает, и это вполне правильно. Слегка Скорпион проигрывает лес, судя по всему, волкам. Ну и это да, это неудобно. Вагабонда фармить на первом левеле не сильно приятно, потому что Вагабонд-лидер тут же задувает волков. И Варбиста, похоже, тоже. И это, конечно, не круто. Трэмбл не прям-таки сильно фрифармит. Где же его норка? Она была вкачана, и я вижу, что на базе она стоит. А где новая? А, ее, наверное, уже разбили, Нимфора с Мараксусом. Не сильно, раз она в кулдауне, не сильно удобный. Наверное, ФФ для себя эту норку поставил. Легионера пытается гонять рум 409. И у Гена, я думаю, это получится. По крайней мере, задача Блица сейчас просто его поотвлекать. Пестилинцы так не сильно выигрывают линию у Ралли, поэтому Блиц тут не сильно нужен. Сыграл я тоже и Блицом недавно первый раз, и это было тоже круто. Пожалуйста, не пишите мне в Whisper и не пишите мне личное сообщение. Я не знаю, как подавать... Вернее, я знаю, но не буду объяснять, как подавать там, когда следующая игра, когда следующую сетку, когда, как подавать технические победы, когда поражение. Не знаю. Вернее, отвечать не буду, потому что у меня стрим. Я так рад, что у команды СБ этих поражений, искренне рад. Ребята, извините, но этот чат дисконнект приходится мне опять делать, потому что ДНД почему-то не помогает. Все равно вылазит сюда Whisper, и что они здесь делают, тоже не сильно понятно. Ну, Гена свое дело знает, помогать Легионеру фармить у него вполне выходит. Легионер отвлечен, и тут вторым левелом, соответственно, не фармит. Взял в ДД, Блиц вернется сейчас в лес, и Легионеру будет стучать по голове еще больнее. Хотя, похоже, его поджидает встреча с Пестилинцем. У Блица родной мувспиды больше, чем у Пестика, и, соответственно, Блиц вполне может его харасить. Не догонит. А вот Ралли догонит. Это очень попахивает Бладластом. Артиллерия 4-го левела тоже сюда подтянется. Есть станчик по Легионеру, будет стан от Пестилинца, но не по двоим уже. Ах, кстати, нет, таки по двоим. Артиллерия продолжает по Леге. Ренджой немного не достает, но у Ралли через пару секунд уже будет что-нибудь. Уже было замедление, и Блиц, по идее, сейчас стычки должен этого Легионера забирать. Ура... Не получилось. Ну, неплохая игра от Пестилинца. Команда Скар достойна уважения в этом, как минимум, плане. Мидлайн ЕВшка, видать, не сильно выигрывает у... Да, один крип. Против 18 у Реоборота. Вверху Трэмбл тоже себя чувствует вполне. Тоже 18 крипов у него. И ничего особо не делает ему Мараксу с Нимфорой. Хотя, в общем-то, могли спамить стан на стане, учитывая... Не вкачанный стан у Нимфоры. Моя голова взрывается. Ну черт с ним, уже хилами спамьте тогда, раз уже такая странная раскачка. ЕВшка как-то совсем неприятно против артиллерии стоять. Неужели вот прям такой противный он?
Руна инвиза вверху, и это попахивает фрагом. Варбист выходит на линию. Знают ли ребята, что у нимфоры нет стана? Стан от Мараксуса. Варбисту больно, но не критично. С нимфорой мы попрощаемся. Бладлаз для ФФА. Сможет ли Мараксус продолжать дальше? Да непонятно. Наверное, все-таки сможет. Стан через одну. Ох, есть замедление. Трэбл так вовремя успел укусить Мараксу, что он не попал станом. И вовремя подходит артиллерия. И с Мараксусом мы все-таки прощаемся. Скорпион делает еще один фраг. 2-0. Побеждают коты. Без шансов, конечно. Хотя Бладлаз на легионере они упустили. Но тем не менее. Въезд по Пестилинсу внизу. Ралли сможет ли продолжить? У него не будет еще одного стана. Но Пестика, наверное, все-таки затыкают под тауэром. Так и есть. Третий фраг для команды Кэтс. Минут 10 играть осталось, я так понимаю. Быстрыми играми начинают сильные команды, и как-то так случайно мы на них попали. Блиц продолжает раздражать легионера. И, кстати, сейчас неудачно крутнувшись, легионер может забрать блица. Блиц юзает банку, легионер на ботинках. Блиц убежит, сзади подходит ралли, здесь уже есть артиллерия, кстати, 6-го левела, будет от него ульта, и где ульта, 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 не хватает маны на ульту, Пестилинс подошел, артиллерия без ботинков пытается убежать, пацаны тут тоже, правда, без ботинков, Маракс промахнул с топором, следующего не будет, артиллерия насобирал на стан, сейчас все вернутся, но здесь уже есть ЕВшка, ЕВшка дает волков, Блицу неприятно, но в него волки не попадают, ФФ тем временем вверху опять забрал нимфору, которая там осталась сам один. Коты кайтят, накатили легионера. Уже достаточно до неприятного состояния, что он будет вынужден вернуться домой на ботинках. Фармить он долго не сможет, только этих волков, наверное, и получится. Ну, крутнись же, думает себе легионер. Есть. Коты умирать пока не собираются. Дружный такой кайтинг со всех сторон. Неплохо, неплохой ГПМчик у ФФ, был у него и килец, даже походу Бладластик, был еще килчик сверху, 2-0-1, 450 ГПМ, ФФ с Борисом довольны. В артиллерии тоже все в порядке, 27 крипов, не 41, конечно, и 42, как у ФФ и Волка. Что же все-таки делает третий скилл? Сейчас он его юзнет. Мне, по-моему, же демон добавляет, да? Смотрим, да, 78 демеджа и рейнджа, по идее, выросла. Да, 700 рейнджа. Волк вышел на пуш, есть базилка. Ох, уже не только базилка, уже обишел скал. Есть у волка. У ралли некоторые проблемы. Походу на первый скилл не насобирает, но замедлить удалось. Въезд по Мараксусу, с Мараксусом мы попрощаемся. Сможет ли Пестилинс продолжить? У него на стан будет, но до сих пор же нет ботинок. Коты выиграют 5-0. Тут небольшой дайв отмечен. Под Т2 забирают нимфору, 6-0 побеждают коты и 8800 голды уже себе они имеют. Мараксус прилетел без второго скилла. Волк вверху руна инвиза, ее заберет артиллерия. Сверху на хосту, что ли? На банку, наверное, он хочет сказать. Волк, на. Волк такой, окей, спасибо. Вес по Тремблу промахнулся. Ну, волками попадет, но Трэмбл сбежит тут, в любом случае. Там уже и Гоуст Марчер, и Яша, и больше не будет топорового Мараксуса. Шел вот. О, как это было мило. На еще одни топоры.
Не насобирает Эмиральд Варден. Ох, как хорошо, FF только что вернулся от хила Нимфора. Нимфора вкачала таки стан, но это еще один фраг. Даблкил для FF при помощи артиллерии. Ребята без проблем делают. Один фражочек реобороту, два фражочка FF, и распределение вполне лояльное. 9-0 побеждают коты. На достаточно таки троллевом пике, в общем-то. Шула стулья сверху, внизу на ралли тоже уже очень уютно. Вампирчиков трощит. Два вампирчика, 0-3-0-2. Ну, в общем-то, откуда там фраги взять, у команды их вообще суммарно нет. Блиц продолжает въезды по легионеру. Легионер все еще на ботинках, но особо сделать ничего не может. Блиц его убьет. Одиннадцать ноль в пользу котов. Ух, не повезло, думают себе команда Скар, наверное, встретится сразу с котами в первой игре. Второй тауэр для котов, и уже 13 тысяч преимущества по золоту. Ралли готовится въезжать по Пестеленцу. Пестеленс сам пошел, по-моему, туда, куда ему очень не хотелось бы. Ралли, кстати, красивенный такой достаточно. Тираннозаурус. Вверху проблемы у Нефоры и у Мараксуса, как обычно. Ох, вес по Трэмблу, это может оказаться фрагом. Трэмбл неприятно себя чувствует. Борька, 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 нужна помощь, Борька. Будет ли еще одна тычка? Ох, как не вовремя перефокусился на Бориса. Трэмбл, ему можно было укусить крипа, чтобы чуть похилиться. Ох, Трэмбл таки умрет. Есть же открытие счета. И огромный буст, наверное, по голде сразу. Для команды Легиона. Вот так вот нечестно пишет команда Легиона. Неприятные слова, хотя, может быть, это биология. 15-1 выиграют коты, и золота у Легиона уже нет вообще. Минутки 4 осталось нам смотреть эту игрушечку. Волк на что-то собирает, 1100 у него, у артиллерии почти 3, на рапирку, наверное, артиллерия, мечтал реоборот собирать, наверное, в нормале, рапиру на артиллерию, может быть, так это и будет. Что там делает фидер FF? Ага, до сих пор он мертвый. Ботинки пока достались только легионеру, а нет, есть уже и у пестелицы. Легионер на гоустмарчерах за ралли вовсю несется. Ралли сбивает этот чардж. И агрессивный волк выезжает в атаку. Тем временем, как всегда, отъехала Нимфора. Но и тут же интереснее замес. Волк доест. Умномномка. Сериал киллер уже и скорпион. Тут Блиц выезжает сзади, чтобы показать своих оппонентов. Их тут целых три. Умиральден Варден. Ралли будет без по двоим. Нет, с ралли мы тоже попрощаемся. Второй фраг для Легиона. Крутенько. Трэмбл. Не будет никаких моков. Артиллерия прикупил уже. Что-то прикупил. Yes, World of Hype. Ну, почти точно же это будет именно. Ай-яй-яй. Очень больно ралли. Нимфора издалека собрались собирать на ботинки, а Варбис как раз ботинки решил проигнорировать. Ох, не будем ли котов смотреть. Так получилось просто, что коты начинали просто в это время, и именно из начинающих игру у меня никого не было кого посмотреть. Поэтому вот первые две игры это уничтожение, хотя... Первое еще такое было, средненькое, но это, конечно, плотненькое. Хотя два фрага команда Скар сделала на котах, чем могут немножечко гордиться. 1300 пишут Скар. Так ли это? Как-то вообще посмотреть? Я же дисконнектнулся от чатика. Походу, никак. Шула Стулис, еще один фражочек. Варбис на ульте с неграми носится за Мараксусом. Мараксус пытается хиляться, но это не сильно получается. Хотя рядом много оппонентов, и ульта его хиляет прилично. Но все-таки его добьют. 25 дэмэджа от ульты. И сериал киллер. И дабл килл для Шила Стайлза.
Один некрый волка. Он решил их не юзать. Бузли, я даже посмотрю это. Сколько же там ММР. Бузли. Ну, 1700 вообще-то. Но вот меня смущает больше всего именно нимфора. Что-то это... А, нету игр вообще. 20-0 на арахне. У нимфоры немного игр сыграно, прямо скажем. Ну, 22 выигрывают коты. 30 секунд до консида, наверное. Ну, или волк уже вторые некры. Третьи уже некры. Соответственно, тут уже и до проноса, да, осталось, в общем-то, минутки 3. Где артиллерия? Ага, вот. Вот она. 200 копеек. Вот, в общем-то, сейчас Конгар, наверное, артиллерии отдадут токен, и он пойдет и заберет свою ракету. Нет, Блиц успел стоить токен. Там была явная борьба. Но на рапиру уже хватает. Где она, где она, где она, где она? Вот она. Вот она летит, родная. Рапирулечка. Для реоборота. Блинга. Вот это, пожалуй, единственное, что я и знаю об артиллерии, что на Мидварсе, когда он собирает рапиру, он становится просто очень мощный. ФПФа? Нет, не заберут. Эх, не заберут. А у Мараксуса, походу, так и заберут. Токен есть у Блица, и он может, в общем-то, въехать, чтобы жизнь пожертвовать. И убить всех остальных. Будет прогулька. ФФа не догонит. Блиц отдал только что токен. Ну а Шула Стулес забрал легионера. Прям вот тут. Нимфору, ох, прям. Тут, правда, погоня продолжается. ФФ ждет, прям таки ждет. Долго возится с этим пестелинцем. Тут кто кого догонит. Но у пестелинца есть мана на стан. И под этот стан не хочет подставиться и Трэмбл. Я подставился таки пестелинц. Отличный, треть ман легиона. Тем временем Ралли с ДД и с рапирой. Сейчас отдаст рапиру. А вот и она! Волк ее сразу же подбирает. 4.27. Вполне аргументированно. Взяли свои 4 фрага команда Скар. И, конечно, нелегко им сейчас мораль поддерживать против такой вот игры. В такой вот игре. С Мальцом мы тоже попрощаемся. Мараксус Стана, правда, промахнулся, но это пятый фраг. Риски бизнес, Трэмбл. Риски бизнес. Сзади, правда, уже подходит Ралли. Сразу минус один. Продолжится по Нимфоре. Прощаемся с Нимфорой. Сможет он продолжить по Пестелинцу? Похоже, нет. Здесь уже есть легионер, легионер его догонит, но Ралли вполне плотный, единственный, кто собрал хоть чуть-чуть хп у команды Кэтс. Мараксус вынужден юзать ульту всегда, чтобы выжить. У Варбиста рапира, и это неприятно. Еще раз отдали рапиру, теперь она достается Ралли. Ну, до мега крипов совсем чутка осталось. Трэбл прикупил портал в Кей, и тебе еще тот въезжатель. Могут ли ребята задайвить? Нет, наверное, не могут. Но без рапиры и артиллерии они такой же Бэтмен. Хотя нимфору, конечно же, забирает.
И опять фражочек для легионера. Достанется ли он ему? Нет, похоже, не достанется. Легионер сейчас может ультануть Трэмбла, и он его ультует. Гем выпадает. Гем не страшно. Варбист не может дальше продолжить. Ралли тут атакую прям с того. Опять минус рапира. Опять рапира у блица. Опять рапира лежит. И достает Замараксу. Замараксу сделает еще один враг. Вот это да! Вот это игра! Ничего себе, какой экшен! 10-35, слегка выигрывают коты, без двух линий уже легион. Но какой камбэк! Рапира у Мараксуса, у которого, к сожалению, нет ботинок. Но теперь же дела пойдут совсем по-другому. Сейчас еще и фрагнет. Эх, нелегко же это дается-то все-таки. Эх, нелегко-то ж без ботинок-то как. Будет стычки убитой артиллерии. Вот он, еще один фраг для команды Скар. Во-первых, геноцид. Во-вторых, реальный овнинг. Три фрага у Нимфоры. Пять фрагов у легионера. Камбэк, правильно, очень правильно пишет Шула Стулес. Блицу, блицу рапиру, блицу рапиру. Блицу рапиру, забрал рапиру, убежит ли, убежит ли. Пятку, пятку, пятку. Блиц травела рапира, тоже неплохая, в общем-то, вторка. Есть, битва за рапиру завершена все-таки в пользу команды Кэтс. Мидлайн, давно бы уже пора запушить. Страшный трэмбл на ПК. Настолько страшный, что пестилинца с станами промахивается. Волк с собаками и с неграми. Как я и говорил, если даже ребята не выиграют, ох, легионеру сейчас еще один фраг достанется. Просто сумасшедший легионер. То есть минут за 5 все равно ребята пронесут. Тут уже, в общем-то, до мегакрипов осталось совсем чуть-чуть. Трэмбл блинками тут всех догоняет. Сумасшедшие, просто сумасшедшие люди. Какой экшен, что происходит? Бум! И даблкил для Шула Стулес, который уже тоже нафидел две смерти. Ну, с рапирой однозначно было повеселее. Насобирает ли на новую рапиру кто-нибудь? Нет, уже, похоже, не насобирает. Бежать, убивать, драться нравится. Собаки. О, куплен, куплен, вой талисман был тремблом, значит, будет заход на фонтанчик. Отлично. Вовремя юзнут он был. Блинкнулся в стан сразу. Ох, 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 ох. Легионер сейчас сделает еще один фраг. Еще один фраг для легионера. Догонит ли, догонит ли, догонит ли. Догнал. Есть. Сериал киллер практически уже. Легионер. Седьмой фраг. Именно для него. Плюсовая статистика, между прочим, у пацана против команды Кэтс. Коты, короче, группа фидаков какая-то. Просто фидят и фидят. Легионер бежит, бежит, бежит. Догонит ралли. Ралли сейчас уйдет в инвиз. Если выживет. Нет, не выживет. Вообще, вот это реальный камбэк. Небольшие проблемы на базе, но кого это сейчас волнует? И волка убивают. Просто Десхаммер наносит смертельные удары. Скорпик, правда, тут не отстает и неграми выигрывает. Да есть же заслуженная победа команды Кэтс. Еле-еле, прямо вот так можно назвать это то, что нам коты показывали. Ну, мы их поздравляем, они молодцы. И посмотрим, есть ли хоть какие-то адекватные игры по равности и по сопротивлению друг другу. Коты победили против Скар вообще в ошеломляющей напряженной игре.